500 миллионов долларов готов направить Беларусь в Всемирный банк под конкретный проект. И об этом было заявлено сегодня на встрече в Министерстве экономики. Сейчас рассматривается стратегия партнерства банка с нашей страной до 2022 года в приоритете для финансирования проекты, направленные на реализацию цели устойчивого развития ООН. Решение о выделении средств будет приниматься в конце марта. Как было заявлено на переговорах, за последние 4 года между банком и Беларусью налажен тесный диалог по вопросам энергетики, образования и инфраструктурных проектов. Увеличивается их количество и объемы финансирования. Одно из направлений нашего сотрудничества – это поддержка и развитие частного сектора в Беларуси. В структуре Всемирного банка есть международная финансовая корпорация, которая как раз и нацелена на оказание помощи в увеличении доли частного бизнеса и малого предпринимательства. А это содействует и развитию конкуренции, и решению вопросов занятости. Представитель Всемирного банка находится в эти дни в Беларуси в рамках участия в региональном форуме национальных координаторов по достижению цели устойчивого развития ООН.